И вот я попала в кабинет Закирита парафинолечения. Здесь прекрасная медсестра положила мне аппликации на зону колен. Данная процедура относится к разряду теплолечения. Мы теплолечение назначаем с целью снять мышечный спазм, снять боли какие-то в суставах, напряжение в суставах, расслабить человека. Такие процедуры делаем, стараемся делать через день. И еще предупреждаем клиентов о том, что в течение 2 часов после таких процедур лучше не охлаждать согретые места.